Ну вот, другое дело. Не забудь подписаться, а то пропустишь какой-нибудь следующий лайфхак. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Павел, и это морское хобби. Итак, в этом видео я хочу поделиться с вами тем, как и чем я кормлю своих рыбок, креветок и кораллы. Но для начала я хотел бы с вами поделиться одним лайфхаком, как я снимаю морской аквариум, убрав вот эту вот всю синеву неприятную, да, которая режет глаз. Использую я вот такое стеклышко. Это от очков для водителя, просто ими я не пользуюсь. Я сделал такую приспособу на резинке, одеваю на камеру, на телефон. Смотрите, какое отличие при съемке через желтое стекло. Вот так я его одеваю. И готово. Ну вот, другое дело, не забудь подписаться, а то пропустишь какой-нибудь следующий лайфхак. Итак, кормежка своих животных. Сейчас я вам покажу, что у меня есть из корма. Так, здесь у меня артемия, это у меня циклоп, здесь гамарус. Раньше у меня это была крылатка, кормил ее гамарусом, осталось до сих пор, в принципе. Можно тоже подкармливать какие-то кораллы, например, актинию. Там дафна закончилась. Так, здесь у меня артемия с чесноком. Обязательно используйте сок чеснока, добавляя его в корм. Защита от паразитов, так сказать. Ну, польза чеснока, вы знаете, она не понаслышке с самого детства. Здесь у меня артемия без чеснока. Это я кормлю кораллы. Дальше у меня здесь есть креветочка. Креветкой я кормлю креветок. Докторов кормлю. Боксера кормлю. Кормлю рино-мурену. Вот так я таким способом размораживаю. Обязательно в осмосе. Пока кормлю рыбок, артемии креветка отходит, я ее чищу. Выдавил я чесночный сок. Вот так я храню его в бутылечке в холодильнике. Вычитал в интернете, что можно так хранить. Добавляю я немножко, буквально пару капель на такое количество артемии. Тут я маленько переборщил, потом я добавил сюда еще столько же артемии и перемешал. Так, почистил я креветку. Вот эта, которая поменьше. Это для рино-мурены. Заглотит она ее без проблем. А эту я нарежу для актиний. Может, еще кому перепадет. Так, по приборам. Использую такую полочку. Покупал на Алиэкспрессе. Вот так она крепится. Очень удобно. Расположил ее здесь наверху, чтобы никуда не лазить, ни в какие тумбочки. Очень удобно, подошел. Здесь у меня кисточка, ей я смахиваю какие-то налеты на зонтиках, если появляется, на плашках. Здесь это дело смахиваю. Здесь маленький пинцет для рыбок, здесь большой пинцет. Кормлю им кораллы, креветок. Здесь у меня шприц, тоже для кормления кораллов, такой трубочкой. Зубная щетка, если что-то на камнях нужно подчистить.
Ну, здесь ручку расположил. Здесь я записываю, когда, допустим, креветка появилась с икрой, чтобы примерно высчитать, когда начнет мылька выпускать, когда я балинг делаю, когда я подмены делаю, здесь записываю. Здесь по мальку, когда малек полинял, когда он изменился, что у него происходит. Ну вот как-то так. Клоун с удовольствием идет артемию. Кидаю я помаленьку, чтоб сразу все съедалось, чтоб ничего не улетало нигде, не оседало. Потому что, когда я кормлю кораллы, много корма улетает. Но вообще система справляется без проблем, но я стараюсь сильно ее не нагружать лишний раз. Кстати, эти баночки, это, я думаю, вы узнали, что это из-под соуса. Очень удобно. Также я подкармлю мою зебрасому нори. Использую я вот такую скрепку. Прищепка пока не обзавелся. Ну, вот таким способом я ее кормлю. На леске. Здесь у меня такой крючок. Я вешаю на покрывную сетку. И он вот так болтается. Зебрасом ощипает. Так, прежде чем кормить кого-то креветочкой, нужно дать вот этим аглоедам, так как они не дадут. Они будут вырывать из актиний, они вырывают изо рта уриномурены. Так что сначала я им, так сказать, затыкаю рты. Держи. Все, сейчас они уходят, едят. Теперь можно давать мурене. В этом камешке у меня живет рак-щелкун. Вот по центру нора у него есть. У него их тут много вокруг. Какие-то он позакрывал, какие-то оставил. Ну, вот здесь я его приучил. Здесь кормлю. Вот в эту расщелину ему ложу. И он забирает. Он очень шугливый. Я вот так оставляю. Все, забрал шустро. Так, Grandis Grim отключает полностью ее течение, так как с течением не удастся покормить. Даю артемию. Так, зебра мешает. Зебра не наелась. На, зебра, ешь. Гранти закрывается, уже почувствовал. Сейчас я надеюсь, успею ему впихнуть. Так, уйди. Так, ну там остался корм. Он закрылся. Вот видно корм. Так, паразантусы. Сейчас покажу вам точечно.
как они кушают. Кидаю кусочек креветки. Прям в рот упал, смотрите. Хоп. Сейчас он закроется полностью и съест. Конечно, я так не кормлю. Это чтобы вам показать. Кормлю я вот так. Так, вот приготовил я для актини 3 кусочка. Клоуна тоже. А ну вот, в принципе, сразу можно покормить вот этого. Забирай. Раз он под руку попался, он обычно по низу лазит. Он где разобрался, здесь его проще покормить. Я ему сразу отдал. Так, иди отсюда. Вот она опять лезет. Она доела уже быстро. Она не отстанет, поэтому нужно ей тоже дать. Держи. Все. Так, зелененькая уже заглатывает, а закрылась. Доктора невероятно чувствуют креветку. И куда бы я ее, кому бы я эту креветку кусочек не дал, если креветка не кушает, она по-любому найдет и заберет. Поэтому иногда стоит постоять, посмотреть, пока актиния полностью не заглотит, а то эти аглоеды вырвут 100%. Они прямо в пасть залазят. Пока актиния не заглотит, не закроет рот, они могут вытащить. Так, идем дальше. Самый большой кусочек для красненькой. Так, ну уже не видно, где-то там она уже это заглатывает. Так, третий вид актинии. Так, вот все, она заглотила полностью. Иногда я кормлю эофилий, очень редко. В принципе, их кормить не обязательно, им хватает света. Но иногда им тоже даю. Даю им креветку. Так, это у нас Рекордия Флорида. Кормлю я ее креветкой. Иди отсюда.
Так, ну вот видно, кусочек провалился. Вот она его все засасывает. Чуть-чуть видно краешек. Так, Офелия. Так, ну вот видно, как она щупальцами сжимает и потихоньку ко рту перетаскивает. Так, леденцы я тоже кормлю. Креветка, артемии по-разному чередую. После обеда решила поплавать. Плавает она очень редко, в основном сидит на месте, ждет свою добычу. Ну вот и все, всех накормил, все сытые, довольные. Вроде ни про кого не забыл. Спасибо всем, что меня смотрите. Надеюсь, вам понравилось. В частности, респект всем моим подписчикам. Я пошел монтировать видео следующее по мальку креветки доктор. Всем пока, всем удачи.